Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как полностью удалить свой аккаунт в Гугле навсегда. Открываем браузер. В данном случае я Google Chrome пользуюсь. Домашняя страница у меня Яндекс, а в кого Google это там проще. В поисковике прописываем латыни Google. Яндекс уже нам подал подсказку. Нажимаем на Google.ru. И нас перебрасывает на такую страницу. Здесь мы видим свой аккаунт. Его необходимо нам удалить. Нажимаем на него. Аккаунт Google. Слева данные и персонализация нажимаем. Опускаемся ниже. И здесь видим удаление сервиса или аккаунта. Нажимаем. Здесь выбираем удалить сервис или аккаунт. Аккаунт нажимаем, если аккаунт удаляем. Здесь прописываем свой пароль, который привязан был к этому аккаунту. Если мы сомневаемся в правильности написания пароля, то нажимаем на глазок и просмотрим, какой пароль у нас здесь был прописан. Нажимаем «Далее». Нас перебрасывает на такую страницу и предупреждает, что весь контент будет удален. Вот такая идет цепочка писем. Здесь мы соглашаемся, если хотим удалить свой аккаунт, ставим галочки. Если мы передумали, то, соответственно, нажимаем на «Отмена». Если мы хотим удалить, нажимаем «Удалить аккаунт». Все. Аккаунт наш удален. Вот так быстро и полностью каждый сможет удалить свой старый аккаунт в Гугле. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.